Народ, всем салют! Снова рад вас приветствовать в новом видео. И сегодня посмотрим, как будут другие рыбки реагировать на намазку, которая предназначается для сомиков анцитрусов. Правильно, анцитрусов, да? Также покажу посылочки, которые мне приехали с Китая. На Алике заказывал. Покажу аквариумы, что у них творится. Ну, в общем, обо всем так понемножку. Да, серьезно, ты не верил. Чего? Вот такие посылки, но никогда не догадаетесь, что в них. Сильное заявление. И вот такой вот камешек с намазочкой. Oh my. С какой стороны намазка, как вы думаете? Рыбки голодные. Посмотрите, они, ух, как проголодались. Установим, посмотрим, как будут кушать. А мы в это время с вами еще другие аквариумы посмотрим. Как бы его тут закрепить лучше, чтобы ничего другого не повредить-то. Во, по-моему, у меня получилось. Но это не точно. Смотрим, кто первый придет, анцики или придут другие рыбки. Вот моя живородочка. Может, она сейчас как накинется, да как начнет кушать. Что думаете? Растение тут чуть-чуть примял. Нехорошо, оно живое. Но пока тут рыбки унюхают этот корм, эту намазку, мы посмотрим, что в других аквариумах. Тут у нас сидят красные гупики и красные креветки. Видите, в каком количестве они уже тут расплодились. А рядышком также я посадил одну самочку. Думал, она будет рожать. Но она всего лишь объелась, походу. Пацан, к успеху ушел. Не получилось, не фартануло. И креветки красные рили. Фокус, ты где ушел? Вот он, фокус. Хорошая шутка. Вот они, рильки. Также тут живет один белый анцик. Вот он, видите? Вот он спрятался. Но мы его видим-то. Никуда он от нас не денется. Ну, я думаю, что многие обратили внимание, что тут нет уже желтых гупиков. В принципе, логично. Да, ребятки, те, кто постоянно смотрит мои видео, знают, что они уже у Аленки. А возможно, уже даже не у Аленки, а у кого-то уже другого. Может, они по Украине уже разъехались. Позднее узнаем о их судьбе. Да вы посмотрите, что здесь творится. Тут просто толкучка. Что за ужас тут творится? Скорее всего, я ошибся, и намазка находится с другой стороны. Давайте развернем. Хеленка уже тут, уже вовсю кушает. Может, я ошибся снова? Может, все-таки та была сторона? Что касается посылочек. Вот я вскрыл, заказывал поролончик. Вот насколько он пористый. Размер его 50 на 50 сантиметров. И заказал еще, ну, типа синтепона, что-то вот. Наверное, плотный синтепон, я не знаю, как правильно его назвать. С одной стороны зеленый, с другой стороны белый. Заказал я и то для своего внешника. Там у меня напихано все, что угодно, все, что было, так сказать. И хочу посмотреть, как будет работать этот поролон и синтепон. Впрочем, это уже совсем другая история. А тут у нас, посмотрите, какая тусовочка. Видите, все собрались. А вот даже анцик все-таки учую, но боится, видно, камеры. Думая, что он вот-вот должен туда подплыть. Пахнет же очень. Он помнит же, как его кормили таким чудесным кормом на разводне, на ферме у Юры. Вот он потихонечку пытается подползти. Где-то еще его дружбаны, но пока что-то они не выползают. Другим этот корм очень как заходит. Они, наверное, этот камень до блеска отполируют. Будет такой блестящий. Еще, ребят, хотел сказать, что отсюда также рыбки будут некоторые уходить. Возможно, не все, но часть точно поедет к Аленке. Смекаешь? Еще, друзья, хотел сказать, вы же у меня все умные, грамотные. Подскажите, как лучше ловить рыбок в густо заселенном аквариуме? Вот как у меня, например, такой огородик, джунгли. И как мне отсюда выловить рыбок? Вы же знаете, да? Буквально еще вот этих я могу поймать, вот сразу, если с очком зачерпнул все, вот, который первый. А что, так можно было, что ли? А потом они просто вот сюда начинают прятаться везде вот. Джунгли. Ну, не хочется вырывать это все, ну, как-то тревожить. Хочется, чтобы по-нормальному, без всякого такого. Не знаю, как это, может, баклажку их ловить, я не знаю. Может, какой-то есть хитрый способ. Или все-таки по старинке выжидать, сидеть. А это, ребят, мальки формозы. Вон мамка поплыла, а это малечки были. Посмотрите, какие они крошечные. И они уже рождаются живыми. Посмотрите, насколько они маленькие. А когда они рождаются, там вообще, ну, грубо говоря, как личиночка такая, ну, уже сформировавшаяся, видите?
Они сейчас потихонечку ко мне привыкают, начинают вылазить. Но такие они забавные малыши. Это одни из самых маленьких рыбок. Четко. Умеете. Могете. Пока рыбульки тут вовсю кушают, я решил подкинуть им таблеточку и посмотреть, будут они хомячить, поведутся они на нее или нет. Что-то она не захотела плыть. Так, она опускается. Эй, жаль. Опустилась она. Вы посмотрите, бросили кушать намазочку на камне и кинулись на таблетку. Неужели она вкуснее, чем намазочка? Вот это да, вот этого я не ожидал. А вот это поворот. Нет слов.